Good afternoon, ladies and gentlemen. We're about to start the closing session with the closing session speakers. Итак, сейчас нас будут, пожалуйста, сейчас приглашаем сейчас те, кто будет свои последние речи говорить в отношении закрытия этого совещания. Вот. И good afternoon, ladies and gentlemen. If you could all... Итак, сейчас, пожалуйста, присядем на свои места, и мы после этого начнем нашу церемонию закрытия. Постараемся ее провести как можно скорее. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome. Добрый вечер, дамы и господа. Сейчас бы на церемонии закрытия окончательная сессия наша на IGF 2013. Я хочу представить себя господин Ашвин Сосонга, потому что министр, он будет заменять министра, который не сможет присутствовать, он будет председателем совещания. Спасибо, господин Масанга, ваше превосходительство, дамы и господа. Я с большим удовольствием сейчас открываю эту церемонию закрытия 2013 года IGF. Вы узнаете сейчас, что у нас есть различные группы, которые будут представлять все стороны. Сейчас господа Элли Армстронг из экономического, из UNVISA, который будет говорить сейчас от имени, после этого от УНСТАТа. Сейчас вам представляется слово, да, госпожа Бу Хонго. Она представляет. Уважаемые участники, я сейчас должна от департамента, от отдела социальных дел ООН, я хочу поблагодарить господина Тифато Симбиринг, министра коммуникации и информационных технологий Индонезийской Республики, который представлен сейчас господином Ашвин Сосонга, за то, что он является председателем, за то, что они сделали такую большую работу. Кроме того, хочу признать также оргкомитет от многостороннего участия, за то, что они предложили такие огромные усилия. Кроме этого, хочу сейчас поблагодарить АПИДЖИ, ПАНДИ и ХИВОС и все другие, как местные, так и международные организации, которые в финансовом плане, а кроме того, еще и делали иные виды вкладов в то, чтобы это совещание вообще произошло. Я хочу также отметить здесь коллег по ООН, из отдела по общественной информации, из офисов как в Джакарте, так и в Женеве, за то, что предоставили переводы, безопасность. И, кроме того, секретариат IGF, работа которого за вот эту последний целый год позволила сделать IGF. И сейчас также поблагодарю также команду по транскрипции, которая смогла помочь нашей эффективной коммуникации. Не забудем также всех организаторов семинаров и других специалистов, которые помогли общему успеху IGF. И, наконец,
И не в последнюю очередь поблагодарить вас, всех участников, поскольку вы являетесь интегральной частью этого, этой общины, этого общества IGF, за ваше участие. Было приятно видеть сейчас, как вот это многостороннее участие проявляло себя. Почти 1500 делегатов представляли 111 стран в Бали, а в Баку там на 7-м совещании было, и гражданское общество было самым большим участником в этот год. Мы сейчас 130 было форумов и семинары были проведены, и вы смогли принять в них участие. В этом году IGF не мог произойти в более удачное время, потому что появились знания угроз о том, которые, киберугроз, которые появились. И сейчас многостороннее сообщество должно как-то откликнуться на это. И теперь, в 2014 году и дальше, ваши обсуждения и так далее окажут на это влияние. Как вы уже слышали, 2013 и 2014 год – это годы, которые смогут создать для нас обзор и так далее. Это может помочь нам составить представление об устойчивом развитии. 58-я Генеральная Ассамблея ООН начала политический форум, который заменяет комиссию по устойчивому развитию и позволит стать орудием внедрения реальных результатов. На этой неделе мы обсудили наведение мостов, как можно улучшить участие, многостороннее участие для устойчивого развития. И мы видели, что ИКТ, которое совещание, которое проводилось в Нью-Йорке и так далее, многие делегаты выступали за то, чтобы можно было больше проводить широкополосные сообщения. И мы вводили, говорили о технологиях, которые помогали нам в этом. И мы видим сейчас, что как качество, так и количество телекоммуникационных услуг должно улучшаться. Мы призывали к доступному интернету, когда все будущие пользователи и новаторы смогут безопасно и пользоваться этим. Эти все дискуссии указывают на то, что нам необходимо для ИКТ позволить идти в направлении устойчивого развития. Мы в ДЭСа тоже опознали включение вот этого процесса для того, чтобы устойчивое развитие стало краеугольным в нашем плане. IGF позволяет ввести, сделать какое-то коллективное видение в отношении интернета и его управления, причем проводить это снизу, с инициативы снизу. Учитывая вот эти коллективные вызовы, которые стоят перед нами на этом 8-м IGF, мы, по нашему мнению, вот эта тема наведения мостов, и ООН смотрит сейчас также на 9-й IGF, который в 2016 году пройдет, для того, чтобы можно продолжать наше обсуждение самых главных элементов, которые помогают устойчивому развитию, интернету и управлению интернетом, который включает всех участников. Сейчас мы подошли к тому моменту, я желаю вам сейчас, чтобы вы безопасно добрались домой от этого прекрасного острова Бали. Я надеюсь увидеться с вами в будущем году. Спасибо. Спасибо, госпожа Амсон. Теперь следующий выступающий будет господин Маркус Кумар. Он временный председатель организация называется Open Consultations, и на совещании МАГ. Господин Кумар, пожалуйста. Дамы и господа, коллеги, друзья, господин председатель. Мне предстояла честь быть председателем подготовительного процесса, и мне кажется, что вот этот IGF был самым лучшим из когда-либо проведенных. Я хочу поблагодарить моих коллег из консультативной группы по многостороннему участию, которые очень напряженно работали. Я благодарю вас всех. Вы смогли очень помочь успешному завершению состязания. Когда мы готовили это совещание, то мы
получили рекомендации от CTSD, от рабочей группы по IGF, и мы приняли серьезно во внимание и надеялись сделать так, чтобы позволить проанализировать, получить более четкие результаты и иметь соответствующую документацию, которая позволит нам найти какие-то главные ключевые вопросы для каждой сессии, которые могли бы нам быть какими-то политическими наметками. Мы улучшили интеграцию национальных и региональных инициатив IGF с тем, чтобы это стало частью общей программы, и мы создали комплексную систему в отношении создания потенциала для того, чтобы помочь интеграции новых участников. В этом году IGF вела темы новаторского подхода и вообще новаций. Это была наша традиционная повестка дня. Однако одновременно эти темы стояли высоко у нас и в нашей повестке дня, от роли правительства и управления, и до различных принципов от многостороннего участия. И поэтому это трудные вопросы, которые у нас появлялись перед нами, как и в предыдущие годы. Это смогло нам обратить внимание на трудные вопросы. Это можно было заметить на дискуссиях по слежению, которое проводится правительствами. И также важное какое-то появилось заключение всего этого. Есть необходимость провести такую многостороннюю дискуссию о том, с тем, чтобы могли найти какие-то вышестоящие принципы, которые могли бы направлять правительство в этой очень чувствительной политической арене и создать доверие между всеми сторонами. Иными словами, IGF опять-таки доказал свою ценность. Это стало не одним объединяющим моментом каким-то, как это какая-то точка объединения, когда общины собрались здесь и смогли отразить рекомендации рабочих групп по поводу IGF. В этом году совещание смогло бы стать катализатором какого-то более широкой поддержки этих инициатив. Эта энергия, ее необходимо сократить и превратить ее в нечто стабильное и устойчивое, с тем, чтобы за этим следил секретариат IGF. Позвольте мне сейчас воспользоваться этой возможностью, чтобы призвать всех заинтересованных сторон с тем, чтобы взять и внести какой-то свой вклад вот в это дело. Конечно, но нам нужно продвигаться к этой цели, и когда это совещание закончится, подготовка сразу начнется уже к следующему совещанию. Это IGF сегодня заканчивается, но мы должны начать планирование для совещания в 2014 году уже завтра. Мы начнем с программы пересмотра результатов, о том, как различные стороны рассказали нам, что они, чего они добились, и что не так хорошо у них прошло, и так далее. Секретарь IGF может также вызвать номинации для следующего заседания МАГ, и наша цель будет стоять новая, как раз только МАГ, вместо той, которую сейчас. Позвольте мне закончить, благодарю секретариат, который возглавляет господин Чентай. Вы все смогли действительно добиться прекрасного результата с очень ограниченным ресурсом. Я благодарю также ЮНДЕСА, который представлен здесь Элла Армстронг, за то, что предоставила институционную поддержку для секретариата IGF. И, наконец, большое благодарность низким принимающей стороне за все то гостеприимство, которое нам оказали. Спасибо за ваше внимание. Спасибо, господин Кумар, за ваши замечания и всем участникам за аплодисменты. Наш следующий выступающий, господин Семи Пангерапан из Индонезийской ассоциации интернета. Это также индонезийский провайдер, ассоциации провайдеров интернета. И также господин Пангерапан, он из оргкомитета IGF от Индонезии. Господин Пангерапан, вам предоставляется слово. Спасибо, господин председатель, за то время и предоставленную мне возможность. Я несколько опасался выступать перед такой большой аудиторией. Я никогда практически не выступал перед такой, поэтому извинитесь, если я несколько нервозно выгляжу. Уважаемые дамы, господа, участники,
Я говорю от имени АПЧИИ, это медицинская организация, которая объединяет провайдеров, ассоциация сервис-провайдеров, которая была создана в 1996 году, и которая доросла тебе до нынешнего членства, в котором принимает участие 283 ISP. В 1997 году нас назначили как национальная интернетная регистратура от АПНИК. И к этому времени у нас уже 600 институций в Индонезии, которые присоединились к нам. Ассоциация также работает как exchange, как обмен индонезийского интернета как коммутатор своего рода, в 9 местах по всей нации. АПЧИИ сначала пришло в IGF в 2010 году. В ноябре 2015 года подписали ID-IGF декларацию между гражданским сообществом и частным сектором, участниками и так далее, и вместе с поддержкой правительства Индонезии. С тех пор мы были очень привержены вот к этой идее многостороннего управления интернетом в Индонезии. Наша подготовка к 2015 году была непростой, но она показала нам, что мы можем иметь открытый диалог, что мы можем подходить к этому в атмосфере открытости, создать хорошую базу для многостороннего управления интернетом. И мы верим, что это будет своего рода триумфом для будущих поколений пользователей, которые придут в интернет. Вот то, что произошло здесь, проходило под руководством комитета от различных институций. Это было по-настоящему уже многосторонним участием, сотрудничеством. IPv6, это уже имеет особое место в этом IGF. Мы ввели IPv6 повсюду здесь, и трафик провела более 20% местного трафика прошло через это. Это больше, чем трафик в других некоторых районах мира. Все члены от имени Индонезийского IGF, от комитета, я хочу сейчас выразить нашу благодарность ЮНДЕСКО, секретарь IGF и всем членам МАК за ту поддержку и доверие, которое оказали нам в проведении этого совещание Министерству коммуникации, информации и технологий и министру информационных технологий Индонезии за то, что они оказали нам также МИД Индонезии, который оказал такую поддержку. И хочу выдержать также свою благодарность всем членам комитета за то, что они с такой приверженностью выполняли свою работу, потому что без вашей такой приверженности и энтузиазма не смогли бы тогда. Сейчас, пожалуйста, встаньте сейчас с тем, чтобы все те, кто помогли, члены комитета и волонтеры, которые помогли вот этому IGF. В конце своего выступления я хочу поблагодарить всех участников за их участие, потому что ваши идеи, ваш вклад, который вы внесли туда, был фундаментальным и позволит повлиять на влияние на управление интернетом в глобальном плане. В конце концов, я хотел бы тоже извиниться за любые неудобства, которые, возможно, случились в ходе этого. И мы желаем вам еще приятного пребывания на Бали. Спасибо. Спасибо, господин Панарапан, и за поддержку всех волонтеров. Наш следующий спикер, выступающий, сейчас господин Ани Рошель Кине из организации Африник. Спасибо, господин председатель. Дамы и господа, мне доставляет большое удовольствие присутствовать здесь, на этом IGF. Седьмом IGF Бали. И от имени всех своих коллег я хотел бы поблагодарить, прежде всего, нашу принимающую сторону за то реальное приветствие и прием, который мы здесь получили. Мы были в Монтевидео какое-то время тому назад в этом месяце, и наша организация несла ответственность за управление, координацию, технической архитектуры интернета. Мы встретили то, чтобы обсудить, помимо других вещей, также будущее интернета, управления интернетом.
И мы опознали нужду или потребность для того, чтобы можно было бы посмотреть на те вызовы, которые стоят перед нами. Мы согласились стать каталистами усилий, которые прилагаются по всему сообществу, для того, чтобы создать своего рода эволюцию вот этой модели сотрудничества с многосторонним участием. А где можно было бы, нигде вряд ли можно было это сделать лучше или провести лучше, чем на IGF. Встреча здесь в Бали позволит нам достичь и обратиться ко всем участникам для того, чтобы посмотреть на то, как нам нужно двигаться вперед. Опять-таки, IGF доказала пользу, которую она приносит как платформа для многостороннего диалога. С нашей точки зрения нет ничего лучше для того, чтобы обсудить вот эти вот важные и очень иногда сложные вопросы. Само собой разумеется, что ни одна из заинтересованных групп не могла бы сделать это наедине. Люди, которые направляют политику, они должны внести какой-то свой вклад, как от технического сообщества, кроме того, от людей, которые составляют реграмент, правовые структуры, юридические ограничения и так далее. Необходимо, чтобы это было основано на четком понимании того, на какую технологию это все относится. Поэтому политические решения должны быть, кроме того, экономически исполнимыми. И мы должны понять, что может быть также примерно в самом обществе. Деловое сообщество и гражданское сообщество необходимо. Они должны учитывать эти цели, которые стоят перед нами, и важные озабоченности, на которые мы тоже должны откликнуться. Поэтому не везде что-то можно проводить, или, может быть, даже это желательно. По этой причине диалог, который проводится между всеми сторонами-участниками, представляет собой своего рода экосистему интернета, которая должна быть здоровой. В Монтевидео, например, было сделано заявление, которым мы следили с интересом по ходе дискуссии и так далее, и с публикацией результата, которая подошла, и мы видели там, что мы ценим вот эти позитивные вклады, которые были внесены, и возможность вести нашу работу. Мы отмечаем, что создан механизм для многостороннего сотрудничества в интернете. Соответственно, мы призываем расширить участие со всех сторон. Я имею в виду правительство, гражданский сектор, бизнес и технические сообщества. И это должно быть сделано на платформе равноправия в духе нашего форума. Мы надеемся, что все заинтересованные стороны смогут принять участие в этом важном процессе. Предстоит сделать еще больше в планировании подготовки к встрече, которая должна пройти в Бразилии в мае следующего года. Хотя в Монтевидео мы не обсуждали повестку дня этой следующей встречи в Бразилии, но мы считаем, что встреча в Бразилии будет очень важным шагом вперед относительно решения глобальных проблем, связанных с интернетом. Мы надеемся, что в конечном счете дух открытости и равноправия будет также и в бразильской встрече, как это всегда бывает в рамках встречи IGF. Я думаю, что уже идет подготовка на полном масштабе в этой встрече. Я также считаю, что очень важно посмотреть, насколько мы можем на этой неделе еще раз сделать вывод о необходимости укрепления работы IGF в плане подготовки следующей встречи. К сожалению, секретариат не имеет достаточного фондирования и сотрудников. Тем не менее, я думаю, что мы должны решить эту проблему с тем, чтобы сделать работу секретариат более устойчивой. Поэтому мы призываем бизнес и гражданский сектор посредством помочь нашему секретариату для того, чтобы в конечном счете наладить работу в интересах нас всех. Мы считаем, что очень важно укрепить работу секретариата для этой важной цели. Он также является одним из важных потенциальных доноров, и также практически 3 года вакантно остается место специального советника генерального секретаря по нашим вопросам. Мы считаем, чтобы генеральный секретариат сделал все, что необходимо в этом плане для того, чтобы это место в конечном счете получило должного кандидата. Мы также слышали от нашего коллеги, от местного комитета,
Вы, наверное, отметили, что IPv6 сервисы представлялись в рамках нашей сети, и многие пользовались этой сетью для того, чтобы быть подключенным к сети. На самом деле интернет-трафик 16 мегабайт в секунду в рамках IPv6 и 100 мегабайт в секунду в целом был трафик такого уровня в этой неделе. IPv6 представлял там более чем 20% общего трафика интернета, что является очень положительным. Я хотел бы еще раз поблагодарить принимающую сторону за гостеприимство и эффективность создания инфраструктуры для этой встречи. Улыбающиеся лица также являлись очень важным подспорьем нашей работы. Я хотел бы поблагодарить ООН и ITF-секретариаты за работу. Шангита и ее команда должны мы ее поблагодарить за такую богатую и динамично развивающуюся встречу, которая прошла у нас в эти дни, на этой неделе. Большое еще раз спасибо за вашу работу. Большое спасибо, Масина, за ваше выступление. Следующее выступление Масита Лакшми из HIFOS. Это Институт по гуманитарным вопросам развития Индонезии. Помните, что также является членом Организационного комитета IGF 2013. Пожалуйста. Спасибо, господин председатель. Уважаемые гости, уважаемые участники, дамы и господа. Данная встреча началась в ноябре 2012 году, когда мы создали индонезийский IDGF. Действительно, создание такого форума на национальном уровне является фактором признания того, что управление интернетом — не только технический вопрос, но также и вовлеченность вопросов экономики, прав человека, права, законности и образования. Они все вовлечены в этот важный вопрос управления интернетом, поэтому государство является важнейшей стороной этого процесса. Наш комитет считает, что принципы многосторонности должны стать основой нашей работы с начала и до конца. Мы применяли этот принцип в рамках подготовки к этому IGF-форуме с тем, чтобы гарантировать многосторонность участия на всех уровнях. Таким образом, технические сообщества, правительство, частный сектор и гражданский сектор адекватно участвовали в этом процессе и вносили свои средства по мере работы нашего подготовительного комитета в рамках того, что они могли нам предоставить. Действительно, в результате мы создали необходимые платформы для работы многосторонних организаций в Индонезии. Гражданский сектор в Индонезии также играл очень важную роль. Гражданский сектор является очень важным участником этого процесса для обеспечения принципов транспарентности и подотчетности. На практике мы решили, что финансовый отчет будет предоставлен общественности через наш веб-сайт в рамках подготовки этого форума для индонезийских пользователей и для глобальной аудитории. Также я хотел бы также поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке этого GF. Особенно хотела бы отметить энергию, страстность и те бессонные ночи, которые мы должны были провести в организации этого форума. Я также хотел бы поблагодарить всех спонсоров и надеюсь, что для всех это были очень продуктивные дни работы нашего форума. Большое спасибо и увидимся на следующем форуме IGF. Спасибо, госпожа Лакшми. И также очень важную роль в создании этого форума IGF правительство Индонезии играло очень важную роль. Следующую роль я хотел бы следующее слово представить господину Бате, который является председателем комитета по коммуникациям и экономике Федерации Индийских палат
торгового представительства и промышленности. Господин председатель, ваше превосходительство, уважаемые участники, дамы и господа, прежде всего от имени бизнеса я хотел бы поблагодарить Бали. По мере того, как мы завершаем нашу работу, мне очень приятно обратиться к вам от имени глобального бизнес-сообщества, от имени торговой и промышленной палаты Индии, а также выразить поддержку вашим начинаниям в рамках информационного сообщества. От имени меня и моих участников я хотел бы поблагодарить правительство Индонезии за теплое гостеприимство и за возможность работать в этом замечательном месте Бали. Объединяясь в рамках этого форума, мы смогли обсудить целый ряд вопросов относительно того, как мы можем вместе построить более безопасный и доступный интернет для всех. Тот самый, который поможет нам расширять наш потенциал в рамках позитивных социально-экономического развития. За последние несколько дней мы обсудили передовой опыт, а также обсудили целый ряд широких вопросов, касающихся политики, точно так же, как того, как интернет должен развиваться дальше. Вопросы, связанные с инфраструктурой, мобильной инновацией, а также новых бизнес-моделей, которые связаны с использованием нового оборудования, вопросы слежки со стороны правительства, коммерческих данных и, конечно же, вопросы прав человека, свободы слова и защиты личных данных. Все эти вопросы являются основой обсуждения на основе многосторонности нашего форума. Конечно же, где еще мы можем обсудить эти важные вопросы в открытом комплексном ключе? Действительно, наша модель многосторонности признает тот факт, что в настоящее время настало время еще раз объединить наши усилия, пересмотреть концепцию консультативности в рамках многосторонности участия. Я думаю, что здесь очень важно посмотреть на динамизм работы между правительствами и другими заинтересованными сторонами для того, чтобы обеспечивать более высокий уровень участия по всему спектру гражданского сектора, частного сектора, правительства, академических кругов и технических институтов. Бизнес объединяется с другими участниками в рамках многосторонности вместо того, чтобы создавать новые структуры. Соответственно, очень важно установить необходимое сотрудничество между различными группами для того, чтобы построить универсальную платформу для дальнейшего развития. В контексте всех важных переговоров, которые были здесь, у нас целый ряд инициатив проявилось, которые в конечном счете укрепят многосторонность работы интернета, как это будет продолжено в Бразилии. Соответственно, бизнес проводит свои инициативы для того, чтобы укрепить структуру многосторонности на основе равноправия в рамках развития и внедрения этих предложений для того, чтобы в конечном счете работать в условиях транспарентности и подотчетности для всех. Соответственно, я думаю, все приглашены для участия в этом процессе. IGF является домом многостороннего инклюзивного диалога. Соответственно, очень важно обмениваться мнениями и перспективами и предоставить дальнейшие платформы для того, чтобы создавать необходимые решения на всех уровнях. Ничто не должно затруднять работу IGF. Вот почему бизнес продолжает поддерживать IGF, и мы смотрим на эти инициативы и считаем, что модель всестороннего участия является основой успеха в будущем. Очень много происходило систематических изменений системного характера, и, соответственно, мы понимаем более чем раньше важную роль, которую политические инициативы со стороны правительств могут играть для того, чтобы в конечном счете объединить все усилия. Управление интернетом является очень важным элементом, который стал еще более актуален, нежели чем это было раньше. Интернет должен служить общественному благу таким образом, чтобы способствовать доступу на равноправной основе для всех. Мы не должны фрагментировать интернет в рамках национальных квартир и подходов. Соответственно, каждое отдельное правительство играет очень важную роль в дискуссии относительно управления интернетом в будущем. Точно так же, как это важно для достижения
устойчивого работы интернета в будущем. Это является главной задачей всех участников этого процесса, с тем, чтобы каждый понимал свою важность в разработке тех или иных решений политического характера. В заключение, я хотел бы сказать, что мы сделали очень много в течение этих 4 дней и в течение последних 8 лет, конечно, также. Таким образом, мы продолжаем работу от имени бизнес-кругов с IGF после 2013 года. Мы считаем, что здесь очень важно работать на многосторонней основе. Это должно быть ясно для нас и для всех остальных бизнес-представителей, которые имеют высокого уровня вовлеченности в принятие решений. Многосторонность и равноправие являются очень важным условием этого динамизма. Мы должны укрепить финансовые и политические механизмы, которые поддерживают IGF и его лидерство, как это было сказано до выступающих до меня. Совершенно очевидно, что мы должны защищать свободный, открытый интернет, который в конечном счете также будет играть свою роль в расширении экономическо-социального потенциала всего мира. Спасибо большое. Большое спасибо, господин Бхатия. Теперь я хотел пригласить следующего выступающего, госпожа Мэша Кассетейлер, из представителя Кэштейл Глобал. Пожалуйста. Здравствуйте, и спасибо Бали Индонезия за то, что вы приняли этот интернет-форум. Креативность и дружелюбие, высокий уровень гостеприимства индонезийского народа напомнили мне о том, что мы должны помнить о том, что самое главное именно в этом основа работы интернета и его пользователей. Мы должны отметить, что от имени гражданского сектора мы работаем на широкой разнообразной платформе. Очень важно продолжать рост интернета как фактора устойчивого развития. Соответственно, мы должны укреплять наши связи. Сейчас только через сотрудничество и многосторонность мы можем достичь желаемых результатов. Я хотел бы поблагодарить МАК за то, что вы создали необходимые условия участников всех сообществ, а также электронное сообщество, потому что иногда не просто дистанция, но также отсутствие поддержки и ресурсов предотвращает участие многих заинтересованных сторон. Это также барьеры, связанные с языком и возможностью преодолевать расстояние. IGF отметил большую вовлеченность молодежи, что является залогом нашего успеха также, а также возможности участия многосторонних организаций. В дополнение к этому имеется возможность социально-экономического развития, а также имеются определенные вызовы, которые связаны с нынешним процессом. Это очень важно, что к 2020 году мы достигнем 30 тетрабайт, что является существенным улучшением, то есть это 5000 гигабайт на каждого человека на Земле. Соответственно, в рамках сегодняшнего IGF мы отмечаем большое участие со стороны гражданского сектора. Мы также смотрим, что очень многое изменилось в плане качества наших дискуссий. Это также отмечается в условиях связи между всеми заинтересованными сторонами. Мы должны проводить инновации, использовать развивающую технологию для того, чтобы гарантировать, что неважно, на какой дистанции вы находитесь от нашего форума, доступ в интернет является ключевым элементом участия в IGF-дискуссиях. В настоящее время мы можем отметить, что доступ увеличивается, в частности, в рамках создания мобильной телефонии и тех инициатив, которые способствуют доступу дополнительного количества людей к интернету. Однако из-за представителей небольшого островного государства Тринидад и Тобаго, которое я здесь представляю, мы должны отметить, что мы представляем менее развитую экономику, и, соответственно, наши
задачи должны продолжать обсуждаться с тем, чтобы в конечном счете следующий миллиард людей также не оставался за рамками интернета и присоединился к сети. Также очень важно посмотреть на использование данных для развития таким образом, чтобы решать многие задачи, которые включают в себя инклюзивность, приватность, которые включают в себя те самые вопросы, которые мы обсуждали на IGF сегодня. В этом году многие семинары, хотя некоторые из них не были связаны с вопросами данных, также стали обсуждать эти вопросы. Это большой вызов, но по мере того, как технология развивается, мы видим, что использование данных в связи с этими вопросами также является очень важной темой дискуссии. Эти вопросы, соответственно, могут решать благодаря сотрудничеству всех заинтересованных сторон, включенность гражданского сектора, а также включенность других заинтересованных сторон. Мир открытых данных является очень важным, потому что он представляет собой идею. По мере того, как мы идея заключается в том, что открытость данных фактически является большим потенциалом, который в конечном счете будет использоваться во благо каждого. Поэтому мы должны открыто оставлять наши дискуссии для того, чтобы в конечном счете выработать необходимый уровень сотрудничества, для того, чтобы гарантировать, что разумные решения будут использованы для продолжающегося роста интернета во благо устойчивого развития мира. Я надеюсь, что дискуссии, а также дружелюбие и инновации, поддержка индонезийского народа позволят нам сделать большой шаг вперед. Еще раз большое спасибо от имени гражданского сектора. Большое спасибо за ваше выступление, госпожа Стелла. Действительно, мы начинаем обучаться языку Бахаси. И Батикер, это значит пятница на Бахаси. Обязательно в пятницу, этот день выходной является для Индонезии, но мы работаем очень хорошо. И дамы и господа, глава департамента технологии и науки господин Фонсеку Филхо. Также он является послом по особым поручениям Бразилии. Кто-нибудь вообще есть из Бразилии? Никого нет. Итак, спасибо, господин президент. Там посол Бенедикто должен был улететь, и поэтому просит прощения, что не смог быть здесь на последней сессии. От имени правительства Бразилии я хотел бы поздравить вас с замечательным уровнем проведения этого форума и той возможности, которая дала нам возможность искренне и открыто обсудить вопросы, связанные с будущим управлением интернета. Бразильское правительство полностью вовлечено в работу IGF, имеет соответствующие обязательства, учитывая то представительство, которое было на этом форуме во главе с господином Бернардо, министром коммуникации Бразилии, который говорил на открытии этого форума. Также здесь имелось высокое уровень присутствия различных организаций из нашей страны, включая членов гражданского сектора, бизнеса, академических сообществ, точно так же, как и правительство. Мне очень приятно приехать сюда для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, приглашением. Так что, пожалуйста, участвуйте в планировании организации встречи, которую мы планируем провести в Бразилии в следующем году. С этим я хотел бы еще раз подчеркнуть открытость приглашения для всех в нашей встрече. Пожалуйста, это будет очень продуктивная встреча.
Я еще раз благодарю секретариат и организаторов, и всех тех, которые были вовлечены в эту работу. Большое спасибо еще раз. Спасибо. И теперь на следующий выступающий господин мэр из Сикво, Мексика. Из Мехико. Мексиканская делегация хотела бы поблагодарить всех за замечательную организацию данного форума. Мы приветствуем участие различных секторов, которые являются основой улучшения интернета, и мы фокусируемся на инклюзивной, транспарентной, подотчетной природе нашей работы. Мы создаем вместе общественную политику, которая будет гарантировать дальнейшее развитие нашей технологии для блага всех участников. И мы также будем улучшать государственную политику в этой сфере. Цифровое пространство сталкивается с большими вопросами. Мы должны также отвечать на вызовы технологического характера нашего века. Мексика включила в себя целый ряд новых подходов для коммуникационных технологий, что должно развиваться в рамках 5 мер государственной политики, глобальная ответственность и прочих принципов. Таким образом, правительство Мексики решило, что для того, чтобы продвигать такого рода развитие, в июне 2014 года мы опубликовали, 2014 года опубликовали важнейший документ, который нацелен на то, чтобы объединить потенциал экономического развития через интернет. И в частности, речь идет о телекоммуникационном развитии телевидения. Мы хотим также гарантировать необходимый уровень доступа для каждого, который в конечном счете будет обеспечивать необходимым контентом каждого пользователя для того, чтобы выполнить нашу окончательную задачу. Это поможет нам, конечно же, обеспечить свободный доступ к интернету. Это является основой работы правительства, которое должно быть гарантом технологии и коммуникации, включая широкополосный быстрый интернет. У нас имеются особые задачи в этом плане. Для того, чтобы работать в рамках коммуникации и обучения новым коммуникационным технологиям. Таким образом, это предоставляет нам новую историческую возможность. И мы считаем, что в Мексике подобного рода шаг вперед является еще очень более важным в плане развития инфраструктуры, потому что интернет должен быть доступен для каждого человека. И информационные технологии должны быть доступны для всех. Соответственно, здесь должны решаться экономические вопросы с тем, чтобы улучшать жизненные стандарты без исключения. Вот почему IGF такой важный и форум и играет конструктивную роль. И мы в правительстве Мексики поддерживаем работу того принципа, что разные секторы должны быть на равноправной основе вовлечены в этот процесс, и, соответственно, Мексика приветствует вас. В следующем году мы участвуем в управлении интернетом, и мы надеемся, что мы достигнем наших стратегических задач, и надеемся, что мы все увидим вас в Мексике 2017 года. Спасибо, господин мэр. Теперь я хотел бы пригласить представителя страны, который будет принимать следующее, господин Акарон
председатель коммуникационно-технологического ведомства Турции, и господин Дурду, советник министра транспорта и коммуникации Турции. От имени турецкой делегации они хотели бы сказать несколько слов. Господин Акарар, господин Дуду, присоединяйтесь к нам в президиум. Большое спасибо, господин председатель, уважаемые дамы и господа. Прежде всего, я хотел бы представиться. Доктор Тайфан Джерар, президент ICTO Турции и ведомство, которое занимается вопросами правового характера, связанные с ИКТ, а также с политикой и развитием интернета в Турции. Я также хотел бы представить Исан Дурду и господина Айжан Бергерду, который является советником министра транспорта и коммуникации Турции. Я хотел бы лично поблагодарить всех вас за то, что вы выбрали Стамбул как страну, принимающую следующий GF-форум. А теперь я хотел бы пригласить господина Исан Дурду, и он даст вам дополнительную информацию относительно следующего форума в 2014 году. Девятым по счету будет этот форум. Еще раз большое спасибо. Я благодарю Индонезию за роскошный прием этого форума. Спасибо большое. Большое спасибо, доктор Аджереш. Действительно, меня зовут Исан Дурду. Я советник министру транспорта и коммуникации Турции. Мы хотели бы официально объявить, что мы, как Министерство транспорта и коммуникации Турции, являемся кандидатами приема 9-го форума IGF 2014 года и будем организовывать этот форум в прекрасном историческом городе Стамбул, Турция. Мы считаем, что многосторонность является очень важной основой управления интернетом. Мы считаем, что IGF является правильной платформой для обсуждения вопросов, связанных с управлением интернета. Вызовы, которые мы, лица, принимающие решения в сфере политики, эти вопросы могут решаться наиболее успешно именно на платформе многосторонности и открытости, которая является основой принятия наших политических решений. Мы считаем, что IGF является очень важным форумом и демонстрируем нашу приверженность его работе и успеху через представление нашего вклада в его работу. До того, как наступит конференция в будущем году, нам хотелось бы сейчас сказать, насколько мы ценим те усилия, которые предложены такими организациями, как ITU, ООН и другие многосторонние организации, для того, чтобы помочь платформе IGF идти и дальше. Кроме того, мы ценим, конечно, такую организацию, как ICON, которую вы сами все знаете, что ICON выбрал как раз Стамбул как будущее центр, где будет проходить процесс их интернационализации. Мы, как участники НПО, и как просто граждане, и наше правительство уже ценят ICON очень за это решение. Именно мы благодарим управление ICON, включая директора правления ICON Стива, заведующего ICON господина Чедада и всех членов правления за то, что они приняли это решение. Благодарим ICON и сообщество ICON за их поддержку в этом прогрессивном решении. Мы хотим подтвердить нашу поддержку для усилий в отношении усилий по интернационализации деятельности ICON и перевода в Стамбул, где он становится ключевым проектом. Мы хотим проводить все усилия, чтобы помочь развитию интернета в мире. Очень важно, и нам доставит большое удовольствие видеть, как много международных организаций начинают выбирать Стамбул как своего рода региональный центр. Сейчас я бы хотел показать бы видеоролик, который будет касаться Стамбула и Турции.
We would like to invite you all to 9th IGF event in September of 2014 in Istanbul. We are sure that you will leave Istanbul with best memories after the event. Looking forward to seeing you all in Istanbul. Thank you. Так, мы сейчас хотим пригласить вас всех на сентябре 2014 года в Стамбул. Мы верим, что вы останете самое приятное впечатление после этого. Сейчас на протяжении это будет следующее. Да, надеюсь, что вы все будете в Турции на этот IGF. А теперь я до того, как закрою совещание, хочу поблагодарить господина Сингапа и секретариата с тем, чтобы он Чангатай, чтобы предоставил нам определенную информацию. Спасибо. Поправки. Когда мы говорили о годе, это был 2016 год, когда представители это, то это означает, еще будет, уйдет какое-то время для того, чтобы наступило это. И господин Сасампа, он хотел сказать, 2014 год, когда речь шла о будущем годе, это поэтому было бы как бы одновременно три страны, которые объявляли о том, что будут принимать у себя следующее совещание IGF. Поэтому иногда может небольшое смешение наблюдаться. Итак, я хочу сказать несколько слов, что этот год был, наверное, более интересным годом, чем некоторые другие годы, когда проводился IGF. Я хочу выразить то, насколько я ценю, прежде всего, Индонезийский оргкомитет, конечно, потому что мы прекрасно работали вместе с ними, и мы затратили довольно большое время, переговариваясь друг с другом, подготавливая этот форум. Я благодарю их, особенно из Министерства по коммуникациям и информационным технологиям. Я хочу сказать господину Ашвину Сасонга, почетному представителю МЭК, и господину Мова Джон, который является представителем МЭК от Индонезии. Он здесь находится, именно его инициатива это была. И также АПЧИ, поблагодарить председателя АПЧИ, господина Сэми. Большое спасибо и особая благодарность всем, кто поддерживал нас, когда вы видели, что это человек, который, как я, который казался таким податливым и так далее, что вдруг он причинил вам столько головной боли. Но все прекрасно сработалось, даже когда это даже по индонезийскому времени проходило, это час ночи там и так далее, мы даже не знаем, когда мы действительно спали. И все-таки он отвечал на мой телефон. Кроме этого, Донья, большое спасибо тоже, Донья Энг. Анчита, потому что мы каждые пару дней общались, и каждую неделю организовали какие-то встречи вместе, совещания и так далее. И, наконец, я хочу также от комитета из Индии, может быть, я хочу поговорить Ола, потому что она подготовила, как будут распределены комнаты, Ола Сирак. Кроме того, я хочу еще от ООН, со стороны ООН, я хочу сейчас выразить большую благодарность Элли Армстронг из Слава, Ризер, Виктория. Они довольно много помогли секретариату, небольшой секретариат, они восполняли наши силы там, где у нас их не хватало. И, наконец, как я считаю, что поначалу команда IGF, только один человек, который занимается этим на полной ставке, поэтому, пожалуйста, встаньте. Сейчас большинство из них очень молодые люди. Сейчас
Вот Лора, вот Лора. Она, Лора, конечно, Брайан. Он в Нью-Йорке находится. Сирена, которая была волонтером на этом совещании, потому что, как мы знаем, секретарь IGF зависела от работы волонтеров. Поэтому она всегда с большим удовольствием помогала. И кроме того, Анджу, пожалуйста, встаньте, им не платят за это, они работали очень долгие часы, Эдмонд, Арзин. А Даниэль здесь? Даниэль, он был координатором с самого начала. Уже 8 IGF-ов, как бы, провело дело. Сколько? А сколько у вас там лет? Получается, 40 лет опыта или 60? Да, извините, 30 лет опыта. И, наконец, есть еще один, у них был интерн, который очень помогал, нам тоже, ей тоже не это был ее бесплатный труд. Сират, она где-то сзади уже работает. И хочу поблагодарить переводчиков, люди, которые проводили вебкасты, команду из Юнон, Эдуардо. Он здесь, нет? Он из Найроби. То на этот раз видим, что команда работала, наверное, и лучше всего, потому что частично это из АБЧИ, их общество, это их интернет-сосайти, интернет-страны, которые представляли себя здесь. И кроме того, Юнон, это из Найроби. И DPI, Криса за обеспечение безопасности. И, наконец, и не в последнюю очередь сейчас, я хочу поблагодарить Мэг, потому что они внесли, они составили очень хорошую программу на этот год, и я хочу поблагодарить их именно за это. И Макса, который как председатель Маркус, он вел за собой Мэг. И, наконец, сама община IGF, и это не произошло бы, эта встреча, если бы вся община IGF не объединила бы свои усилия, не приложила бы все их. Я хочу поблагодарить их всех. Итак, спасибо. Merci. Хочу также поблагодарить Китос и Терима. Спасибо, по-индонезийски, Терима Кася. Thank you, Mr. Чхангатай. Да. Господин Чхангатай, я хочу сейчас извиниться за то, что мы там годы перепутали немножко, потому что после этого, у меня математика пострадала после этого IGF. Я не могу 14-15 отличить, но, наконец, я хочу сейчас выступить с заключительными замечаниями. Мне действительно доставляет большое удовольствие выступать имени Министерства коммуникаций и технологий. То есть я хочу поговорить сейчас IGF Индонезии, секретариат IGF, за ту всю напряженную работу, которую они вложили в это международное совещание. И с тех пор, как мы прибыли сюда, я хочу также поблагодарить Юндеса и всех участвующих, всех участников, которые многосторонних участников, которые выступающих, которые много очень внесли в это совещание за счет своих мнений, за счет заявлений, вопросов, замечаний и так далее. Все то прекрасно, уважаемые господа, дамы и господа. Мы верим в то, что управление интернетом это будет сейчас произойдет из-за того вклада, который многосторонние участники внесли в него, так как это является ответственностью
всех этих участников, вот, с учетом гражданского общества, технических общин, университетов, правительством и так далее. Поэтому каждая группа должна максимально улучшить свой позитивный вклад в это и свести до минимума негативные деятельности, которые происходят сейчас на интернете. Поэтому мы можем вот эти ценности претворять и дальше, уважаемые дамы и господа, уважаемые гости. Я хочу сейчас, что киберпространство и мир, они связаны между собой, поэтому я хочу сказать, насколько важна этика в нашем обществе, потому что общество без этики не существует. Важность того, чтобы глобальное сообщество создавало совместно безопасное и терпимое киберпространство – это большая цель. Кстати, последний Индонезия уже принимала участие во многих международных форумах, таких как ITU, Совет ITU 2014 года, ITU 2015 года в Женеве, дискуссии в отношении пересмотра статьи, касающейся ITR, или означает международную телеграмоту по телекоммуникации в ходе Всемирной конференции по телекоммуникации WCIT в Дубае. И кроме этого, наш вклад, который мы уже внесли в обеспечение кибербезопасности и сотрудничество среди членов ITU и стран, которые приняли участие в совещании ITU, Совета ITU в Женеве. Поэтому Индонезия будет продолжать и в будущем такие глобальные совещания. Многие уже упоминали о том, о той дискуссии, которая проходила уже в ПОС после WCIS, после его повестки и так далее, для того, чтобы можно было подготовить платформу до 2015 года и дальше, и в дальнейшие годы, с тем, чтобы можно было, после того, как это произойдет в 2016 году, встреча, мы должны сказать, что министерские совещания, которые произойдет в последующие несколько месяцев, будут рассматривать вопросы такие, как e-коммерция, e-бизнес, и электронный бизнес там, и так далее. Кроме того, пройдет международный саммит по управлению интернетом. И, уважаемые дамы и господа, гости, я надеюсь, что каждый из вас вернется в свою страну и в нашей организации, сделанным бизнесом, как обычно. Я надеюсь, что все события, которые произошли здесь, на этой встрече высокопоставленных лидеров и до сегодняшней встречи и так далее, это останется у вас, будет вдохновлять вас и останется в вашей памяти. Я хочу сейчас закрыть форум Бали 2013 года и передать микрофон председателю Ундеса. Спасибо. Как мы все делаем на совещаниях ADF, я хочу сейчас, чтобы мы закрыли это. Мы начали с того, что у нас гонг, а сейчас я просто ударом этого молотка приглашаю окончание этого совещания. Это будет немножко меньше гонг, но тем не менее.